Городской репортаж. В общеобразовательных учреждениях железнодорожного, как и во всех уголках нашей Родины, прозвенели последние звонки. Традиционный праздник для выпускников, их родителей и преподавателей. Вот как это было в школе номер 4. Напутственным словом к выпускникам обратилась директор школы Людмила Гвалдина. Людмила Ивановна отметила, что все выпускники успешно освоили учебную программу и допущены до сдачи единого государственного экзамена, а также, что среди выпускников немало победителей и призеров различных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований. Дорогие выпускники, сегодня не делаем лица постного, радуемся. Сегодня для вас прозвенит последний звонок на ваш последний урок. Он один и прощальный, но за ним стоит целая жизнь длиною в 11 лет. И от того, какие эти годы детства и юности были, во многом зависит, каким человек выйдет в большую жизнь. Я думаю, что у вас было счастливое детство и не менее счастливое юность. После слов директора выпускники по традиции дали клятву родной школе. Торжественно клянемся быть верными родной школе. Клянемся! Никогда не забывать своих учителей и одноклассников. Клянемся! Добиться в жизни успехов, чтобы родная школа могла нами гордиться. Клянемся! 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 В этот день звучало много поздравлений и напутственных слов в адрес выпускников. Вы получили здесь хорошую, самую главную закалку, получили не только знания, вы получили ту подготовку жизни, которая вам поможет. И, конечно же, и ваши учителя, и, в первую очередь, ваши родители, они ждут от вас новых побед, новых достижений. Именно вам продолжать развитие нашего микрорайона и города, и всей страны в целом. Но и в то же время я уверен, что вы всегда можете прийти в родные стены, потому что вас здесь любят, вас здесь ждут, и вас здесь, конечно же, помнят. Так что вас, конечно, все-таки с этим грустным праздником. И вы знаете, я не суеверен, я скажу всегда, наверное, то, что говорю на последних звонках. Ни пуха, ни пера вам на выпускных экзаменах. Весна нам дарит доброту и нежность. Весна. Настал тот долгожданный срок. Сегодня прощается школа с тобою. Сегодня праздник, последний прощальный школьный звонок. Уважаемая Людмила Ивановна, уважаемый Тарас Васильевич, уважаемые коллеги, родители, а самая главная ценность сегодняшнего праздника – это вы, наши уважаемые выпускники. Сегодня мне выпала честь по поручению главы городского округа железнодорожной Евгения Ивановича Жиркова поздравлять вас с этим прекрасным и чудесным праздником. И я позволю зачитать вам поздравительный адрес. В этот праздничный день искренне и сердечно желаю,
чтобы выбранный вами жизненный путь был светлым и легким, чтобы удача всегда была благосклонна к вам, чтобы каждый новый день был наполнен щедростью вашей души, дарил вам радость, любовь, успех и счастье, крепкого вам здоровья, творческого вдохновения, мира, благополучия и добра на долгие годы. Уважаемая Людмила Ивановна, позвольте вам вручить адрес поздравительный от Евгения Ивановича. Позвольте вручить букет весенних цветов. Аплодируем. Хочется сказать Людмиле Ивановне, что вот слова благодарности, что она действительно сплотила коллектив, создала площадку для таких инноваций, для кадетского направления, для других направлений. И я вот к ней буквально несколько дней назад зашел, я говорю, как ты кадеты, вот одни. Она говорит, Сергей Николаевич, не переживайте, еще один класс будет. Ну и в заключение, конечно, хочется нашим молодым ребятам пожелать успехов, удачи, сдачи государственных экзаменов. Дорогие выпускники, очень волнуюсь. Итак, сегодня для вас прозвенит последний звонок. Это грустно, печально, если бы не одно. Завтра перед вами открываются двери в широкий, светлый, огромный мир. У нас, Елена Сергеевна, учитель литературы, она много может еще говорить. Но я согласна во всем, Елена Сергеевна, но вы не расслабляйтесь. У вас еще впереди экзамены, поэтому еще один праздник будет попозже. Вот сегодня мы с вами отметим праздник, а завтра девчонки у нас уже в понедельник литературу сдают, да, и географию сдают. И поэтому, ребят, ни Бог вам не пера. От лица родительской общественности хотелось бы сказать слова благодарности. Мы очень счастливы, что наши дети – выпускники 4-й школы. Поздравить своих коллег с праздником последнего звонка пришли учащиеся 10 класса и 6 кадетского класса, для которых нынешние выпускники стали наставниками. Счастья вам, ребят! Славно тесты сдать! Помните! Мы рядом! Будем помогать! По традиции, самый большой блок праздника был подготовлен выпускниками. Они пели, читали стихотворения, представили видеорубрики «Что такое школа?», «Каким должен быть выпускник?» и «Пожелания школе». Завершился блок школьным вальсом. Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, мы предлагаем вам последний вальс.
традиции завершился праздник последним звонком. В колокольчик звонила первоклассница, которую нес 11-классник. Городской репортаж.